В сквере на проспекте Металлургов звучит молебен. Митрополит Самарский и Сызранский Сергий освещает крест и купол нового храма, второго для жителей Металлурга. Для этого района этот храм прям как спасательный круг, как говорится. Прихожане очень довольны, что здесь построился храм, потому что все в таком возрасте, и ходить очень далеко и тяжело. Это, конечно, было неожиданностью, то, что здесь стали строить храм. Это для нас очень большая радость. Праздник такой. Поднимает купол, крест на наш храм. Для прихожан это действительно праздник. Водружение креста и купола многие видят впервые. Храм около металлургического завода строится в честь иконы Богородицко-Казанской Божьей Матери, что очень символично для этого места. Явление святыни произошло 19 июля 1621 года. В этот же день свой праздник отмечают металлурги, поэтому икона считается покровительницей представителей этой профессии. Этот храм стал не только архитектурным достоинством и украшением этого района, но прежде всего стал маяком божественной правды и небесного света, которого мы все ищем. В Самарской области это первый храм в честь иконы Богородицко-Казанской Божьей Матери. Его строительство должно завершиться в следующем году. Лариса Шлафаст, Валерия Макарова, Максим Гусев. События.